Господа, всем здравствуйте, вашему вниманию, Volvo FE 320, ваши долгожданные 20-тонники. Машиночка у нас ноябрь 2016 года, с пробегом 763 546 километров. Здесь у нас автоматическая коробка передач, объем кузова у нас 53 куба, а вместимость 21 палета. Грузоподъемность у нас 9,5 тонн, а полная масса 19,5. Машинка, как видите, с гидробортом. Гидроборт в фирме PowerPager с грузоподъемностью 1500 килограммов. Как видите, состояние внутреннее прекрасное у автомобиля, и нареканий к нему нету абсолютно никаких. Ровным счетом, как и нету никаких нареканий или претензий к самому автомобилю. Машина не была в ДТП. Не крашено, не подкрашено, не перекрашено, ничего себе не случалось. Вся в заводском окрасе и в прекрасном состоянии. Машина у нас находится на колесиках 315-70-22,5. Остаток резины, ну так себе, процентов 50, наверное, конечно, лучше бы было бы в скором времени ее поменять, эту самую резину. Фу, что еще? Габарит у нас, длина 8,5 метров. Ширина и высота по 2,5 метра. Такая вот красоточка. Внутреннее убранство, как видите, у нас в прекраснейшем состоянии. И нету никаких нареканий. Чистенький, аккуратненький, ухоженный салончик. Ничего не подрано, не рвано. Кайф! Машина на дисковых тормозах и комплектация. Не самая богатая, но и не самая бедная. В машине есть автономка на 3,5 кВт, климат-контроль, пневмосиденье, подогрев сидений, подогрев зеркал. Подвесочка у нас Ресора Пневма. Цена в Российской Федерации под ключ 43 000 евро. Мой контакт вы увидите в конце видео.